Установка SNPC на многофункциональное устройство Epson Stylus SX440W. Поставьте SNPC с левой стороны от принтера и расправьте шлейф. Вытащите маленькие пробки и аккуратно установите на их место воздушные фильтры. Это рабочее положение SNPC. Обязательно сохраните пробки в случае дальнейшей транспортировки принтера с установленной SNPC. Подключите многофункциональное устройство к электросети и включите его. Выберите язык. Откройте крышку печатающего устройства. После того, как каретка выйдет в положение замены картриджей, отключите многофункциональное устройство от электросети, вытащив шнур питания из розетки. Если перед установкой SNPC многофункциональное устройство уже работало, извлеките картриджи из каретки, следуя инструкции к принтеру. Проверьте соответствие порядка картриджей цветной наклейке на каретке многофункционального устройства. Вставьте блок картриджей в каретку. Передвиньте каретку так, чтобы обнять ее двумя руками, и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте все 4 защелки. Установите удлиненную планку-держатель и закрепите в ней чернильный шлейф. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение, проверяя, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. Повторно выберите язык. При появлении на дисплее многофункционального устройства информации о необходимости заменить чернильный картридж, проведите процедуру обновления чернил зажатием на 5-7 секунд кнопки, находящейся над картриджами. Закройте крышку принтера. Через несколько минут он будет готов к работе. Резервуар с чернилами должен находиться на том же уровне, что и принтер, ни выше и ни ниже. Переходим к печати тестовой страницы. Для этого убедитесь, что многофункциональное устройство соединено с компьютером и в лотке есть бумага. Нажмите «Пуск», «Устройство и принтеры», правой кнопкой мыши нажмите на принтере и выберите «Настройка печати», «Сервис», «Проверка дюз» и нажмите кнопку «Печать». Удачной вам печати!